Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок. Это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление. Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить в пустую коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца. При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем, втайне я ожидал, не покажется ли среди их увлекающих, как в банном пару лиц, лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть никто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза. Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата. И время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. Тут скончалось 5 человек, и их унесли на носилках румяные санитары.